Всем привет, с вами снова я Бакфалк. И сегодня я смотрю поединок, который пройдет 1 апреля. А именно будет уже в Абейсе, Вамирусом и Айрешком Догба. Саш, на мой взгляд, здесь шат на шовок позже Вамируса, и я думаю, что он одержит победу Лининга вашим решением судей. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого поединка, кто, по вашему мнению, победит и каким методом. Также подводишь, пожалуйста, поддержать этот ролик лайком или дизлайком, написать комментарий и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ведь что-то очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала, ну и по желанию можете поддержать канал донатом, все ссылки в описании. Это бой за вакантный титул чемпиона мира. И мы начинаем нашу трансляцию. Where so many great fights have gone on through the years for our main event. Scheduled for 12 rounds. И первым на рынке выходит Вабейси Вамирус. 12 боев, 11 побед, 7 из них нокаутом и одно поражение. Ramirez's entourage has that look on their face. They know they've put the work in, and you can see how confident they are for the battle that lies ahead. А вот выходит и его оппонент. Айрек Ковалевский, Шторм Догба. 26 боев, 24 победы, 15 из них нокаутом и 2 поражения. Нам представляют боксеров. Сейчас шедефер напомним вашим правилам, и мы начнем. Первый раунд, погнали. Попадает в Абейси. Догба помахивает. Неплохо. Точно Айжик. Неплохо. Мимо. Точно в Абейси. Мимо. Попадает Айжик. Вамирус точен. Догба отвечает. Неплохо. Восьмен. Мимо. Мимо. Точен Айжик. Мимо. Оба. Неплохо. Мимо. А Вамирус точен. Мимо. Точно Айжик. Помахивает, что Догба. Вамирус попадает. Мимо. Неплохо. Берут больше паузу. Точен Догба. Милош попустил. Восьмен. Мимо. Мимо. Догба точен. Мимо.
Неплохо. Попадает в обалище. Догба отвечает. Лошмен. Снова обменяюсь вполне удавами. Неплохо. Мимо оба. Лошмен. Мимо. Лошмен. Точен Айжек. Неплохо. Лошмен. Первый он же Лошмен, и он же Ламилыш. 10-9, а Лобалище впереди. Losing this fight. I need you to take some chances now. You have to take a chance with this guy, all right? You got that? You have to take a risk. All right, listen. You need to create more counter. Here we go. И у нас второй раунд. Мимо. А ваш мен. Мимо. Точно вы мирлыш. Догба помахивает шин. Оба мимо. Покажешь слишком много помахов, допускаю эту бокчела. Пытается Айжек поддавливать. Но все удары пришли в молоко. Неплохо сейчас было. Новый милыш тут же встречает. Точно новобельщик. Кэлэнич. Мимо. Попадает в милыш. Догба отвечает. Мимо. Точен Айжек. Лошмен. Апперкот. Неплохо. Мимо. Лошмен. Мимо. Точно вы милыш. Мимо. Керлинич. Лошмен. Мимо. Точно вы милыш. Догба отвечает. Мимо. Мимо. Помахивается Айжек. Лоба еще точно. Апперкот. Мимо. Точно вы милыш. Догба отвечает. Мимо. Мимо. Лошмен. Неплохо. Керлинич. Попадает Догба. Ламилыш отвечает. Мимо. Мимо. Ламилыш точен. Помахивается Айжек. На втором удавом дошлет. Мимо. И второй раунд его милыш забивает себя также в копилку. 2-18, а в обалище впереди. Go.
И у нас третий раунд. Мимо. Рашмен. Идет в атаку Вамилыш. Догба попускает. Мимо. Оба помахиваются. Мимо. Точен Айжек. Вамилыш встречает. Мимо. Рашмен. Точно в обоище. Мимо. Догба тоже помахивается. Неплохо. Точен Вамилыш. Мимо. Точен в обоище. Мимо. Неплохо. Мимо. Точен Айжек. Вовеще отвечает. Рашмен. Мимо. Помахивается Догба. Неплохо. Рашмен. Мимо. Точен Айжек. Догба попадает. Мимо. Снова попадает Айжек. Мимо. Вамилыш отвечает. Неплохо. Догба опередившего визави. Мимо. Керлинч. Рашмен. Неплохо. Точен Айжек. Вамилыш отвечает. И третий раунд же Догба. 29-28. Вамилыш делает. И у нас тоже такой же счет. А у нас раунд номер 4. Пошел Вамилыш в атаку. Керлинич. Мимо. He used to hit guys on his arms. He wasn't hitting them clean. Kerlin. Помахивается Вамилыш. Мимо. They couldn't keep their arms up by the time they got to the 8th, 9th, 10th round. That's kind Mima. Of the way this guy fights. Мимо. Точно. А Вамилыш. Мимо. Точно в обоище. Мимо. Попадает Вамилыш. Керлинч. Мимо. Точно в обоище. Догба помахивается. Hook.
Мимо Вамилыш попадает. Мимо. Look at the little subtleties here, Joe. What he does is he forces them into a position to stop the punch. Точно в обойще. Догба отвечает. Неплохо. Вашмен. Мимо. Апперкот. Мимо. Вашмен. Попадает догба. Неплохо. Снова точно в обойще. Попадает Вамилыш. Догба помахивается. Мимо. Вашмен. Снова обменяюсь полными удавами. Мимо. Вашмен. Точно Вамилыш. Догба отвечает. Мимо. Неплохо. Мимо. Догба точен. Неплохо. И четвертый раунд Вамилыш забивает себя в копилку. 39-37. В обойще это делают. His opponent, Teddy, he's got to think things could be coming to a sensational ending for him when he gets off the stool here. Well, he's showing that to you right now. I'm looking at him right now, and he's starting to get up. There's a couple seconds left. There's probably 5 seconds left before he has to get up, and he's getting up early. That shows you right what you're talking about. He can't. He's chomping at the bit. He's confident. You're making it hard for him to hit you. И у нас пятый раунд. Керлинч. Мимо. Мимо. Точно Вамилыш. Мимо. Вот это в обойще. Догба помахивается. Неплохо. Керлинч. Снова точно Вамилыш. Догба отвечает. Неплохо. Сейчас Вамилыш контролирует ход поединка. Догба отвечает. Пытается что-то Айзек придумать, но пока мало что у него получается. Мимо. Керлинч. Вашмен. Мимо. Неплохо. Попадает Айзек. Мимо. Вамилыш точен. Апперкот. Вашмен. Мимо. Попадает Айзек. Мимо. Точен догба. Мимо. Мимо. Керлинч. Вамилыш точен. Попадает в обойще. Догба попадает. Неплохо. Точен Вамилыш. Керлинч. Мимо.
thought it just one of the aspects of defense could be such a неплохо. Key to this fight right now. Yeah, it is, and his opponent right now. Попадает Айзек. Matter of fact, he's starting to drown himself because he's мимо. More and more head hunting, and the more he misses, the more frustrated he gets, the more tired he gets. He needs to make a change. Downstairs to the place that's not moving, down to the body. И пятый раунд Жова Милоша. Шовок 9, Шовок 6. ВАБ очередной делают. Yes, these guys are not behaving like guys that are coming here thinking about going to the scorecards. They're letting everything go in every punch. Let's go. What are you waiting for? You want this fight? Then let's get moving out there. This guy's gonna win this fight. If you don't take control, son, you need to take control. И у нашего раунда номер 6. Мимо. Точно. Догба. А Вамилош попадает. Мимо. Мимо. Помахивает Шава Милош. Неплохо. Точно ВБ еще. Мимо. Помахивает Айжик. Неплохо. Мимо. 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 Попадает ВБ еще. Авашмен. Мимо. Керлин. Неплохо. Апперкот. Попадает Айжик. Неплохо. Мимо. Попадает Вамилош и потащен Догба. Пошел ВБ еще на добивание. Айзек тело пьет. Мимо. Мимо. Вашмен. Мимо. Неплохо. Вашмен, Керлин. Точно, Айжик. Мимо. До этого Милош Догба помахивает. Неплохо. Точно, ВБ еще Айжик отвечает. Неплохо. Мимо. Working our way towards the bell. Last 10 seconds of the sixth. Точно, Вабельча. И шестой раунд. Вальмирус также забивает себя в копилку. У Догба восхищение. После первой половины боя Вамидаш впереди 59-55. Посмотрим, что же нам покажет вторая половина боя. И у нас седьмой раунд. Керлин. Вашмен. Точно Вамилош.
мимо. Ваш мем. What do you tell him? The first thing I tell him, Joe, is shorten up your punches a little bit. The other thing I tell him is he's making... Попадает Айжик. Неплохо он начинает этот раунд. Ламилыш отвечает. Мимо. Неплохо. Точно в обалище. Догба попадает. Мимо. Неплохо. Попадает в обалище. Лошмен. Мимо. В обалище точен. Мимо. Попадает в Амилыш. Мимо. Лошмен. Мимо. Точно. Ламилыш. Мимо. Помахивается Айжик. Оба помахнулись. Лошмен. Керлинч. Мимо. Неплохо. Мимо. Ёрбаш, пауза, Ламилыш точен. Неплохо. Попадает Айжик. Попадает и Ламилыш. Лошмен. Мимо. Точно, Ламилыш. И потащен Догба. Керлинч. Делаешь пока что Айжик на своих двоих. Но, скажем, раундом ему приходит все тяжелее и тяжелее. Лошмен. Керлинч. Мимо. Апперкот. И седьмой раунд Ламилыш разбивает себя в копилку. Шат 9, шат 4. В обалище это делают. Keep your hands up. Keep your hands up. Don't worry now, all right? I need you to focus. Keep... А он сейчас же счет 68-65, хуже Ламилыша. И у нас восьмой раунд. Лошмен. Неплохо. Мимо. Помахивает Шотдогба. Опередил Ламилыша его вижави. Мимо. Лошмен. Вёрбыша паузу. Мимо. Мимо. Лошмен. Мимо. Лошмен. Мимо. Ламилыш точен. Попадает в обалище. Догба помахивает. Неплохо. Мимо. Лошмен. Снова Лошмен. Попадает Ламилыш. Вёрбыша на паузу. Догба точен. Ламилыш отвечает. Мимо. Попадает Ламилыш. Неплохо.
Вашмен. Мимо. Точно вы милыш. Мимо. Попадает в обельче. Неплохо. Снова попадает в милыш. Мимо. Открывай код. Попадает в милыш. Подошел Догба. Керлинч. Терпит Айжек. Мимо. Попадает Догба. Вамилыш отвечает. Мимо. Оба. Мимо. Попадает Айжек. Мимо. И восьмой раунд. Вамилыш забивает его в копилку. 79-74. Вамилыш ведет. Can really disappoint you in this business. You hope the judges see it that way, because I can't see it any other way. Okay, listen, he's very tired. Make him miss, go for the hook. That was good. Took a lot out of him that round. Keep that up. И у нас девятый раунд. Мимо. Вашмен. Попадает в обельче. Неплохо. Догба точен. Мимо. Попадает Айжек. Мимо. Беру больше паузу. Мимо. Помахивает Догба. Неплохо. Попадает в Милош. Мимо. Вашмен. Точно в Милош. Вашмен. Мимо. Неплохо. Вашмен. Мимо. Попадает Айжек. Мимо. Попадает в обойще. Догба отвечает. Мимо. Вашмен. Керлинч. Мимо. Вымахивается Айжек. Мимо. Керлинч. Мимо. Мимо. Попадает Догба. Вамилыш отвечает. Неплохо. Снова точно в обелище. Вашмен. Неплохо. Пошел Вамилыш в атаку. Догба отвечает. Вашмен. Мимо.
Помахивается Айжек. И 9-й раунд. Ламидос забивает свою копилку. 89, 82 в АБС впереди. И наш чемпионский раунд. What do you say to him to get him back in it? Well, you have to tell him the truth. You have to tell him that you need a knockout or a big, big round where you have him on the floor a couple of times. That's a good start. And the only way that's going to happen is you got to start taking risks. You got to be more aggressive. Why? Because you're not throwing any punches. И у нас 10-й раунд. Неплохо. Мимо. Попадает Догба. Мимо. Неплохо. Мимо. Лошмен. Мимо. Попадает в обалище. Догба отвечает. Неплохо. Лошмен. Мимо. Попадает Айжек. Ламилыш точен. Апперкот. Мимо. Попадает Айжек. Ламилыш тоже точен. Продолжает свой прессинг в обалище. Неплохо. И у нас получается первый нокдаун в этом поединке. Смотрим, как это было. Все-таки удалось ему минус отправить его визави на канваш. Догба поднимается и бой продолжается. Поражен Айжек. Тело пьет Догба. Клинч. Снова поражен Айжек. Спасается он в клинче. И второй нокдаун в этом поединке все-таки случается. Смотрим, как это было. Снова пытается Догба подняться. Все, нокаут. Конец поединка. Победу нокаутом в 10-м раунде одерживает Лабейси Ламилыш. У всех двух судей счет был 89-80 позже Ламилыша, у третьего 88-81. Догба дали третий раунд, и один судья дал пятый раунд, а шины за Ламилыш. Причем 8 и 9 отдавались 10-8. Что ж, давайте обратимся к статистике. Ламилыш попал 288 ударов из 768. Догба 240 из 595. У Лабейси 91 из 315 в голову и 197 из 454 в корпус. У Айжека 124 из 315 в голову и 18 из 280 в корпус. По раундам. Первый 27-26, второй 31-21, третий 28-26, четвертый 29-22,
5, 27, 28, 6, 35, 21, 7, 34, 28, 8, 28, 28, почему 12, 12, 9, 30, 27, 10, 20, 16, плюс 2 нокдауна. Что ж, на этом все. Посмотрим, как же на самом деле пойдет этот поединок. А с вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ведь все это очень-очень помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала, ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании, всем спасибо за просмотр, всем пока!